Re, viss ēters ir te! Перчатки и варежки 18-19-20 веков. В Национальном историческом музее открылась необычная выставка. По вязаным изделиям можно изучать географию Латвии и народные традиции. Ведь этот предмет гардероба был призван не только согревать, но и служил символическим даром. Во время свадьбы, когда молодая жена, невеста, входила в свой новый дом, дом своего мужа, она одаривала всех парой перчаток. Для этого она уже их вязала, наверное, годами, чтобы, как сказать, не опозориться. И кому-то их не хватило. Уж лучше бы остались бы. И поэтому, например, различаются перчатки, которые носили каждый день, каждодневные, и те, которые дарили как символический дар во время свадьбы, те, которые носили во время свадьбы. Самые древние экспонаты 18 века спрятаны за стеклянными витринами. Хоть выставка и передвижная, ее покажут в разных уголках Латвии, эти варежки и перчатки останутся в Риге. Они очень хрупкие, боятся света. Потому эта выставка – редкий случай, когда их можно увидеть. В регионы отправятся фотографии. Всего же в Национальном историческом музее более 3,5 тысяч вязаных экспонатов.